В этом году в рамках 200 программ будет отремонтировано более 1000 километров дорог по региону. На эти работы из республиканского и областного бюджета выделено 73 миллиарда тенге. Дорожные и ремонтные работы в селах, расположенных в пригороде столицы, будут реализованы в рамках программ «Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, и развития социальной и инженерной инфраструктуры окраин города Астаны». В рамках проекта будет охвачено 27 населенных пунктов. Остальные строительно-монтажные работы будут реализованы по нацпроекту. По проекту АУ «Ельбисыгы» в 27 населенных пунктах планируется отремонтировать более 80 километров дорог. По программе развития регионов» в 120 населенных пунктах будет отремонтировано порядка 370 километров. По развитию малых и моногородов в 3 населенных пунктах планируется отремонтировать более 10 километров полотна. Также в рамках проекта развития Щучинской Боровской курортной зоны предусмотрен ремонт порядка 5 километров уличной дорожной сети поселка Бурабай. Программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения» охватывает более 350 километров дорог. Планируется продолжение крупных проектов, в том числе строительство моста на автодороге Жалтар-Макинск, Щучинск-Степняк-Вариханово, Восточная кольцевая дорога города Астаны, станция Сарауба, Бабатай-Волгодоновка-Береке-Булаксай, Петровка-Улан-Мариновка, Жалтыр-Макинск, Щучинск-Николаевка, Бурабай-Катарколь, Кургалжина-Рактасабанды, Жакса-Державинск, Есиль-Свободная-Раздольная, Жоламбет-Шуртанды-Пригородная и другие. Основной объем работ по строительству и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов Акмолинской области будет продолжен. Ремонт дорог в обязательном порядке проверяется организациями технического и авторского государственного архитектурно-строительного контроля. Также проводится проверка Национальным центром качества дорожных активов и лабораториями подрядных организаций. В текущем году акиматами областей и районов Национальным центром качества дорожных активов планируется заключить контракт на сумму более 220 миллионов тенге. Каирбек Толигенов, Ананя Рахимжан, Дархан Мужибаев, Кокши Ахпарат.